Шестая глава из книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к горам Израилевым и прореки на них. И скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам, вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я, Господь, не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог, всплесни руками твоими и топни ногою твоею, и скажи, горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими, вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь».